Приветствую всех зрителей телеканала «Донбасс». На ваших экранах прогноз погоды. И о том, какое настроение будет у мая в пятницу, расскажу вам я, Олеся Вайнер. Согласно данным синоптиков, в ближайшие сутки прояснения в небе над Украиной будут чередоваться с густой облачностью. В большинстве областей страны снова ожидаются дожди. Средняя дневная температура воздуха по стране 20 градусов выше 0. Теперь детальнее о синоптической картине в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 10 до 23 градусов тепла. В течение дня жители Полтавы, Черкас и Кропивницкого смогут наблюдать переменную облачность. В Черкасах в вечерние часы предвещается дождь. На юге страны термометры в течение суток покажут от 10 до 21 градуса со знаком «плюс». В небе над регионом ожидается переменная облачность. В Симферополе обещают быть дождливыми ночи и утро. А вот жителям Херсона зонты понадобятся лишь поздно вечером. С этого дня появляются комары. Считалось, что этих насекомых весной приносит теплый ветер. В старину говорили: много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек. И далее о погоде предстоящего дня. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 9-21 градуса выше 0. Этому региону синоптики пророчат частые прояснения на небосводе, но вместе с ними и дожди. Также местами предвидятся грозы. В северной части страны ночная температура воздуха плюс 13 градусов, а максимальная дневная достигнет 22 градусов тепла. Дожди будут поливать регион практически целый день, однако возможны и кратковременные прояснения. Восток дождевые тучи обойдут стороной. В Запорожской области ночью местами осядет туман. Термометры в регионе в течение суток покажут от 9 до 23 градусов выше 0. 26 мая Луна находится в созвездии Овна. Этот период способствует тому, что люди становятся импульсивными и склонными к риску. В то же время рождаются отчаянные планы и появляются самые смелые идеи. Будьте рассудительны и не упустите возможность повернуть ситуацию к себе лицом. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 11-13 градусов выше 0. А днем прогнозируется 21-23 градуса со знаком «плюс». В небе над областью предвещается переменная облачность без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 11-12 градусов тепла. Днем они будут колебаться в пределах 19-23 градусов выше 0. Ясным небо будет только ночью в Мариуполе. В остальное время в области прогнозируется легкая облачность без осадков. В Днепропетровской области предстоит теплый день без осадков. После полуночи ожидается 10-12 градусов тепла, а в дневное время 21-22 градуса также со знаком «плюс». С рассветом небо над всей областью затянут небольшие облака, и в течение дня здесь предвидится переменная облачность. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 14-18 градусов тепла грядущий день в Киеве в течение дня будет сопровождаться дождями и грозой. Лишь к вечеру на небосводе, возможно, появятся небольшие прояснения. Это были прогнозы синоптиков на пятницу 26 мая. Пусть в душе вашей всегда светит солнце. До встречи в нашей студии.